С химчанами поделились лайфхаками по ремонту квартир. Специалист по отделочным работам Алексей Арнаутов провел мастер-класс. Рассказал, как, например, спасти обои, чтобы из-за одного повреждения не переклеивать всю комнату. Достаточно вырезать канцелярским ножом поврежденный кусочек обоев, потом заклеить другим. Если проблема глубже, а точнее дефект оказался в самой поверхности стены, можно заделать ее и без шпатлевки. Можно заделать обыкновенной зубной пастой, чтобы она застыла быстрее. Можно добавить немножечко соды. Зубная паста не оседает, то есть она при застывании не изменяется в размерах своих. То есть она как была, так и останется. Затем нашу поверхность необходимо каким-то образом зачистить. Опять же, шлифовальная шкурка есть не у каждого дома, да? Подойдет обыкновенная ваша губка, которой вы моете посуду. Посетить мастер-класс и узнать интересные лайфхаки можете и вы. Информация есть в соцсетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте.